Первые признаки ВИЧ. Полезную информацию о симптомах и признаках ВИЧ смотрите на канале Medical Advice. Кстати, чтобы не пропустить следующее видео, подпишитесь на канал. Итак, перечислим первые признаки ВИЧ. Головная боль. Может быть слабее или сильнее, может быть периодическая или постоянная. Повышение температуры на 1-1,5 градуса, лихорадка, озноб, может быть обильное потоотделение. Язвы в полости рта. Очень частым признаком заражения является герпес. Боли и першение в горле, ангина, дискомфорт и резкая боль при глотании. Молочница в полости рта. Кандидоз языка или половых органов, в зависимости от пути попадания вируса в организм. Боли в суставах, гудение в мышцах, временами онемение и покалывание в отсиженных мышцах. Кожная сыпь или участки бесцветной кожи. Это хорошо видимый реальный признак заражения ВИЧ-инфекцией. Припухание лимфоузлов в паху, на шее, под мышками. Лимфатические узлы увеличиваются и твердеют на ощупь, не болят. Расстройство желудка, отсутствие аппетита, судороги живота, возможно тошнота при приеме пищи. Понос, диарея, может быть и от заражения ВИЧ, и от плохой пищи, и от банального отравления. Но в комплекте с остальными ВИЧ-симптомами желательно все-таки пойти и сдать анализы на ВИЧ. Много полезной и практической информации вы найдете по ссылке внизу.